очень-очень вкусный пирог. Я захотел устроить бал, я гостей к себе позвал. Купил муку, купил творог, испек рассыпчатый пирог. Пирог, ножи и вилки тут, но что-то гости не идут. Я ждал, пока хватило сил, потом кусочек откусил. Потом подвинул стул и сел, и весь пирог в минуту съел. Когда же гости подошли, то даже крошек не нашли.